неделе во всех регионах Московской области проводился конкурс ветеранских хоров «Пою родное Подмосковье и славлю песнями город родной». За Раменский район и городской округ Бронницы выступали 5 коллективов. На сцене ДК имени Воровского звучали авторские и народные песни, произведения советских композиторов. Участники ветеранских хоров выступают на районных торжествах и областных фестивалях, являются лауреатами международных конкурсов. Выступление ветеранских хоров оценивало профессиональное жюри. После проведения отборочных туров по всем округам Московской области будут отобраны лучшие коллективы для участия в финальном смотре. Сергей Григорьев, Ольга Скрябина и Андрей Минкин для программы «Городские вести».